В Верхней Волжье пройдет неделя предпринимательства, в рамках которой состоится серия бесплатных образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. Местом проведения, по традиции, станет центр «Мой бизнес» Тверской области. О том, что ожидает участников программы, в материале нашего корреспондента. Неделя предпринимательства в Тверской области стартует 24 мая и будет приурочена к Дню российского предпринимательства, который отмечается в нашей стране 26 мая. На протяжении 7 дней для начинающих и опытных бизнесменов Верхней Волжьи будут выступать спикеры разного калибра и специализации. Откроет образовательную программу семинар «Все, что нужно знать самозанятым». Федеральный бизнес-тренер, автор нескольких книг о развитии своего дела Анна Бочарова расскажет о тонкостях работы с налогом на профессиональный доход и разберет проекты участников лекции. И далее у нас с 24 по 28 мероприятие, аж целых 9 мероприятий в центре «Мой бизнес», как для экспортеров, так и для предприятий, находящихся уже на зрелой стадии развития. Ключевым днем образовательной недели станет 28 мая. В центре «Мой бизнес» в течение дня пройдет множество мастер-классов, в частности «Бизнес-зарядка» и квиз по предпринимательству. Участники смогут не только получить конкретный инструмент для работы, но и познакомиться друг с другом в непринужденной обстановке. Завершит неделю предпринимательства лекция от Дмитрия Кота, одного из самых известных копирайтеров России и автора нескольких книг. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, подобные обучающие марафоны дают хороший толчок для развития частного предпринимательства в регионе. Главная задача правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей, тем крепче экономика нашего региона. Добавим, что участие во всех мероприятиях бесплатное, необходимо только зарегистрироваться на сайте «Мой бизнес». Там же можно узнать подробности о неделе предпринимательства в Тверской области. Кроме того, сделать это можно, посетив центр «Мой бизнес» по адресу проспект Победы, 14.